Буэнос диэс, братва. Я один раз и вновь заряд ваш экран, и это значит, что у меня в рюкзаке башка великана, и... Нам пора искать ведьму, чтобы эту самую бошку оживить. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и погнали. Это God of War. Так. Сперва найдем лодку. Так, ну, значит, бегом. Ага, тунды. Хорошо, и куда мы направимся теперь? Вон там, за большой статуей Тора. Что интересного расскажешь? Одна из них была про зайца и черепаху. Как та у ведьмы? Не пара. И что было? Они решили бежать на перегонки. Заяц был глуп и не сомневался в победе, а черепаха была стойкой и дисциплинированной. Черепаха победила. Ты, похоже, совсем не умеешь рассказывать. Напоминает эта хуйня поручика Ржевского. Или Чапая. Без окон, без дверцов, полная жопа огурцов. Срака. Вот я и говорю, что срака, а Фурманов все, блядь, за ножницы залазил. Так, где там ведьмина хаза? Вода убыла. Когда змей вылез. Да, я помню. Так. У. Ебав. Я знаю, ведьма многое умеет, но сможет ли оживить голову? Ты меня сломаешь, падла. В своем ремесле, и терять нам нечего. А если не получится, мы голову себе оставим? Нет, но можешь сломить ее рыбам. Ладно. Башка великана на поясе, ебать мой хуй, как фляжка в армии болтается. Так, чё пошло не так? Так, зажигание. Ёпс. Так, дай-ка я его сзади открою, нахуй. Отец, берегись! Ты неплох. Похоже на выход. Назад, Аси. Похоже, богам тут не рады. Что-то мне подсказывает, что вот-вот. Надеюсь, она нас помнит. Вот-вот. Будет палево. По поводу того, что Кратос тоже из этих. Привет, Чарли. Твоя подруга здесь? Что это за имя? Она сказала, что ее так зовут. Ну, я так услышал в голове. Чарли. Ах!
Да вы чё, хуйельного пиздюка обыщет. Я же мать! Да мне срать! Реально бежали, как я же мамки в песочницу. О. Избушка, избушка, стань к лесу передом, ко мне задом. И чуть-чуть наклонись. Отец, она здесь. Я очень-очень рад тебя видеть. Я знал, что ты жива. Привет. Ой. А ты можешь оживить голову? Я не очень понимаю, что... Погоди. Где ты это взял? Эти стрелы. Дай их мне. Быстро. Ну, это подарок. Делай, что тебе говорят. Это очень опасные стрелы. Колдовские. Если найдешь еще, уничтожь их. Понял? Ты меня понял или нет? Отвечай! Да, я понял. Если найду, уничтожу. Ох, зря. Очень хорошо. Прости. Если хочешь, возьми мои стрелы взамен. Они мне больше не нужны. Ну, что там за голова? Ты хоть сам понимаешь, кто это? Ты убил его? По его просьбе. Он сказал, что ты его оживишь. Я? А ты не ослышался? Пожалуйста. Неси его к столу. Эмили! Я уже очень давно не занималась древней магией. Подержи. Давай посмотрим. Ну... К счастью, голова не сильно сгнила, и мозг все еще цел. Хороший срез. Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Теперь держи голову под водой и не отпускай. Ты понял? Довольно. Чё за вунш-пунш, блядь? Получилось! Покажи мне. Эй, Мимир, слышишь? Да. Хорошо. О, Фрейя, давно не виделись. Хорошо выглядишь. Я сделала это только для них. Лично я считаю, что тебе лучше быть мертвым. Я бы поклонился, если бы мог. Прости меня. Если бы я знал, что ведьма в лесу сама Фрейя, никогда бы такого не предложил. Фрейя? Ты что, богиня Фрейя? Ой, ты не знал. Прости. Когда пройдет слух, что Мимир на свободе, Один будет в ярости. Ты богиня. Была первой среди ванов когда-то. Теперь уже нет. Ты не сочла нужным об этом сказать. Ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу? Сын, мы уходим. Но... Живо! Не за что! Бум. Ебать мой хуй! Чё ж я сразу не подумал? Нельзя доверять. Потому что богиня? Я тебя ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра к озеру Девяти, и я доставлю вас в Йотунхейм. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто еще укажет нам? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О, да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Правда? А то. И, кстати, Йормунгард – блестящий собеседник, хотя по виду этого, может, и не скажешь. Я хуею. Чё за дичь началась? Просто, чё они там в Санта-Монике долбят?
Я вот одного не понимаю. Когда, блядь, Кратос спалится? Что он тоже из этих? Мимир, почему Фрея плюнула тебе в лицо? Нет, говоря о Бальдре, он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдр неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места. Боюсь, что нет. Бальдр неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал, Мимир. Разве? Откуда взялась его сила? Если я верно помню, это связано с магией? Мимир? Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца ожили. Им нужно немного времени. Он хоть не сломался? Когда ж он, блядь, скажет про эти стрелы? Голова, как поговорить со змеем? На середине моста есть рог. Отнеси меня туда. Наконец-то! Это рог! Ну и мне жопой к этому самому развернуться или что? Вон оно чё, Михалыч. Фу, чейки срут. Хуя струя. Разбудили, бляди. Один поставил тут эту статую в честь Тора. А мировой змей этого жирного болвана ну просто вообще терпеть не может. Наверное, устал на него смотреть. А ему не больно? Ну, видишь ли, в чем дело. Тор и мировой змей давно враждовали. И будут впредь. Наверное, смотреть на своего врага было еще неприятнее, чем терпеть болвана. Взял за хаул статую. Интересует только Йотунхейм. Инфразвук. Ну, пожелайте мне удачи. Он меня помнит. Соболезнует вам и поможет. Любопытно. В чем дело? Беспокоиться не о чем. Что он делает? Направляет нас на верный путь. Слушай внимательно. Чтобы попасть в страну великанов, нам нужно две вещи. Во-первых, надо узнать путевую руну Йотунхейма. Во-вторых, надо вырезать эту руну на особых вратах. С горы, где мы тебя встретили? Верно. Только бесконечно мудрые великаны сделали так, чтобы обычный резец тут бы не помог. Только волшебное зубило откроет ворота.
К счастью, я знаю, где оно. Совсем рядом. Он сперва будто разозлился. А, он подумал, что вы друзья Одина. Прошу меня простить, никогда не говорил на древнем языке трезво. Прям как у меня присутствует такая черта, когда конкретно так. Вода опустилась еще ниже. Бухнувшая, ну... Я вижу, где еще полазать на берегу. Как бы так сказать? Этот резец. Найди лодку. Слишком бухим, я перехожу на английский. Такая же херня примерно. Я не говорил на этом языке трезво. Голова на жопе. Голова жопой. Ром. Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца. Или еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, там вышел. Блять, надо чайку сбить попробовать. Че будет интересно. Хуй. Нам туда, к статуям грибцов, а потом между ними. Мими, почему Фрея плюнула тебе в лицо? Ну, она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между асами и ванами. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон. Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавной, а превратилась в утомительное смертоубийство. Согласен, брат? Именно. Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру. Уговоры дались трудно, но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из рода ванов. Славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но еще сведущей в магии ванов, которую Один давно мечтал постичь. Фрея вышла за Одина? Хватит. Никаких историй пути. Надо за дорогой следить. Я его понимаю. Я потом закончу. Гульвик, ты слишком рано покинул этот мир. Ты, ходящий в мире живых, моя дорогая Гульвик зовет меня. Она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя, собери Гульвик воедино. Мы должны собрать ее кости? Фу! Магия Гульвик не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Как? Сын. Я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Пусть и очень ненадолго. Сын, мы уходим. Они забрали три кости, милый Гульвик, и разбросали их по озеру. Принеси мне ее кости. Гульвик, Славно. Резец уже рядом, за этими вратами. Отец, может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слышишь? Если поглядывать по сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. С вилкой. Мир страдает без ее души.
похуярили. Сейчас резец достанем, будем потихоньку, наверное, скручиваться. Что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударит сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Только не говорите, что мне сейчас предстоит махаться еще и с ним. Урубил его. О нет, он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Опасный зверь. Убьем его вместе. Приготовься. Ну вот и жаколбащ. Ну вот, ничего не вышло. Ага. Брат, гляди, кристалл... Боюсь, заперто магией. Сейчас, короче, найдем методу это вскрыть и будем скручивать. Вот вот сюдочки. А, перстенюгу, оказывается, можно повернуть. Ебать мой хуй. Пляшка говорящая, блядь. Что стало с выжившими? О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Так, а ну-ка. А, это дохлик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но серебришко надо спиздить. Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать. Ёпц. Вот он. Найди кончик резца. В нем вся магия. Ёпц тудей.
Ёпс тудей. Впереди враги. Соберись. Отец, я готов. Ну ладно, сделаем еще небольшую. Берегись сзади. Так, ледяную древь, не говоришь? Шок. Ага. Так, ну пойти потоптаться. Сука. Был древний, нету. Где тут? Так, а где ты кристалл-то увидел? Пиздюк. Чё-чё-чё, правильно. Сделаем финалочку. Спасибо всем, кто присутствовал. Луис, пиписька. И до скорого. Адьюс, братва.